přesně, protože jsem si nestačila ty dlouhé texty zapamatovat přesně, takže teď už to bude, doufám, dobře, budu Arkadii Namoviči skákat do řeč. Ženu. To je příběh mojí maminky. Já byla v létě na Ukrajině a mamka už 4 roky má štítnou žlázku. Taková, takže я колик лети просила, давай, працуй, ми мамі, то, то, ну, в первій жалі вона відмітла операції. Так буду жікати, познання, стром живота, вона, гдиж і послухала Аркадія Петрова, вона тому не розуміла. Але вона, ти мені тоді той таблет, не? А я ж дитки, як ходила та кукала, вона то усла. То засе все збуділа, а фурт послухала Аркадія Петрова. І вона жіка, Лора, так в душі приємно, так нічого все, отак тепло тоді. І я десь від'їжджала за 3 тижні, так, зустав маленький. Вот я хочу обратить ваше внимание на то, что на наших занятиях, вот именно занятиях, не лечениях, а занятиях, происходит новый случай исцеления. Chci obrátit vaši pozornost, upozornit vás na to, že ne při léčení, ale při výuce dochází k mnoha případům vyléčení. Но в то же время многие люди, которые надеялись на исцеление на эти же занятия, если у них что-то не получается, они так недоуменно смотрят на тех, у кого получилось, и, в общем-то, думают о том, а почему у меня не получилось? А есть люди, которые в ходе того, этой выуки не вылечили, они все так дивают на меня, а ждут, а почему это только мне не подошло? Так вот, здесь работает принцип готовности. Если человек готов, он исцеляется. Tady pracuje, funguje princip připravenosti. Jestliže je člověk připraven, vyléčí se, léčí se. Потому что самое главное слово, которое в этом процессе, так сказать, определяет последствия, это слово понимание. A hlavní slovo, které vlastně tady něco zprostředkovává, je to slovo chápání, pochopení. То есть, если люди понимают, у них душа открывается. Если люди хапают, душа с ним отвира. И вот эти знания, как бы соприкасаясь с открытой душой, солибрируют с ней. А знавости, соприкасаясь с открытой душой, начинают с ней согласно вибровать. И вот этот процесс солибрации приводит к исцелению от любого заболевания. А этот процесс вибрации ведет к лечению с какой-либо немоцей. Любой тяжести заболевания. С какой-либо тяжести этого онемоцнения. У нас были люди с 4-й стадии рака, когда они просто заживо гнили, они просто куски мяса. Měli jsme lidi se 4. stupněm rakoviny, kdy doslova zaživa hněli a kousky masa z nich opadávaly. I oni vyzarávali. A oni se uzdravili. Byli lidi se spínou, přičem už očin dávno. Byli tady lidé s AIDS, přitom už dávno to nemoc měli. Přičem сопряженным еще с таким тяжелым заболеванием, как туберкулез. А при том еще с так тяжкой немоцией, как туберкулеза?
Это было лет 10 назад. В прошлом году ездил в Севастополь, где это все случилось. Я сегодня ездил в Севастополь, где это все стало. И встречался с этим человеком. Он здоров, спортивен, активен. И никаких, и ни о каком СПИДе, и туберкулезе уже и не вспоминает. То есть это срабатывает в любой ситуации. Конечно, лучше не запускать, это понятно. Самозрежно лучше, если то не настартовать, то не похопительное. Но безвыходных ситуаций нет. Але безвыходная ситуация не экзистует. Все зависит от нас. Всехно зависит на нас. Во что верим, то и имеем. В что верим, то так и маме. Верим в таблетку. Верим в таблетку. Бегите с таблетками. Так, просим, есть таблетки. Верим в Бога. Верим в Бога. Надейтесь на Бога. Думайте, думайте. Чеки было, думайте в таблетки, теперь верите в Бога, думайте в Бога. А там посмотрим, что сильнее, таблетка или Бог. Еще раз, пожалуйста. А там посмотрим, что сильнее. Ага. А так се потом подиваме, что сильнее, если таблетка или Бог. А надеяться, так и сполегаться. Сполегаться на Бога, сполегаться на таблетку. Вот на этот путь надо встать и с него не сворачивать. А на ту цесту треба се поставить, а не угнуть с ней. И обязательно получится. А určitě se to podaří. Кто идет, тот достигнет своей цели. Кто идет, ten svého cíle dosáhne. А кто колеблется, ну что ж, он так и будет на месте стоять. А кто вага, ten bude stát na místě. То вправо, то влево, то шаг вперед, то два шага назад. То вкрочи доправа, то долево, то крок до треду, а два кроки дозаду. Смотришь и никуда и не сдвинулся. Диваться все, а никам все не погнул. Кстати, сейчас пошло к нам очень много ученых и врачей. К нам пришло не очень много ведцу, а лекарю. Ученые в звании академиков идут учиться. Приходят ведцы, которые имеют титул академику, а приходят се учить. Недавно один из наших главных ученых, академик Иван Павлович Неумывакин, который 30 лет возглавлял медицинское управление российского космоса, který 30 let řídil lékařské vedení kosmické medicíny. Разработал операционную, которая может работать в условиях космической невесомости. Працював лабораторш, где є можне оперувати в космическом безтяжном ставу. Который награжден орденами и медалями практически всех государств мира. Который достал ověnčené různými řády prakticky všech států světa. Заявил в нашем центральном доме ученых в городе Москве. Ознамил в нашем центральном доме ведцу в Москве. Что чувствует себя учеником Аркадия Петрова. Публично это есть в интернете. Прогласил, что се цити жаком Аркадия Намовича Петрова, а публиковал это так и в интернету. Весь зал буквально онемел, потому что там сидели академики, профессора, доктора наук. Целый зал слова онемел, потому что там сидели профессоры, докторы вед, академиковы. И он дал пояснение. А он это объяснил. Потому что все, о чем я мечтал в этой жизни, Аркадий Петров в эту жизнь воплотил. Потому что все, по чем я в том животе тужил, Аркадий Петрович, Аркадий Намович Петров, стелеснил.
Это очень мужественный шаг ученого, поймите, традиционного ученого. Это очень отважный, мужный крок, похопьте, это традиционный вевец. Который нарушает практически корпоративные законы своей медицинской ассоциации. Который, до слова, нарушает законы своей корпорации медицинской. И признает, по сути дела, божественное, духовное управление миром. А узнала божское духовное жизнь света. И таких уже заявлений от академиков довольно много в России. А уже много таких проглашений от академиков было. Они в последнее время, так сказать, один за одним начинают говорить о том, что это наука будущего. Postupně jeden za druhým začínají mluvit o tom, že toto je věda budoucnosti. Oni ještě nerešaються говорить о том, что это божественное управление. Ještě se tady neodhodlávají říct, že to je božské řízení. Но уже на средней позиции, что это наука будущего, они уже согласны. С тем, с той позицией, že to je věda budoucnosti, с тем уж согласны. Так что дело тронулось с места, и видно, как видите, очень широко и буквально во всем мире. Так же вещь перегнула с места и начинается ширить по целом свете. И завтра, и послезавтра у вас появится возможность принять участие в практической работе. Завтра и позавтра маете возможность участвовать в практической работе. То есть сегодня я вам рассказывал, ну, как бы, методологию процесса. Сегодня я вам рассказывал, как бы, методологию процесса. А завтра и послезавтра у нас в основном будет технология процесса. А завтра и послезавтра будет, především, základом того, этой працы, технология процесса. Мы будем рассказывать о таком, ну, в общем-то, несложном процессе, как регенерация органов и ткани человека. Будем рассказывать о таком несложном процессе, как новотворба органов человека. Нарисуем вам здесь на бумажке. У нас есть вот доска есть. Нарисуем вам схему, как это делается, расскажем подробности. На табуле вам накреслим схему, как это делается. Это очень несложно. Je to velmi nesložité, jednoduché. Narysoval, сказал раз, два, три и все получилось. Nakreslil jsem to, řekl раз, два, три a všechno se podaří. Takže, jestli кто-то хочет научиться, приходите, пожалуйста, мы вас научим. Все эти дни будут занятия, в том числе там будет совершенно новая и уникальная технология работы с черным лучом. Takže, můžete přijít, naučíte se, bude zde celkem unikátní technologie práce s černým paprskem. Černé, to není temné. Černé neznamená temné. Černé, to je božský svět. Černé, to je božské světlo. To je to, co člověk nepochopí a nezná. Je to to, co člověk nechápe a nezná. Je to nepoznané. Je to nepoznané. То, что в сознании, а сознание у нас все связано с белым светом. А то є то, що є відомі, а відомі маємо споєне з білим світлом. То, що Бог от із цього чорного світу додає в білий світ нашого сознання. А то є то, що Бог з того чорного світла доповнює до білого світла, до нашого відомі. Просто потрясающий результат. От ми вже несколько раз його применили этот луч, ну, удивительно, просто не знаю, что здесь стало. Шокуйте выследки, несколько раз мы этот черный паперсек поужили, а выследки успели. Так что мы завтра будем это все показывать и рассказывать. Так же завтра будем на всех указывать, а выправить. И вы сами сможете. Но нет, какого-нибудь органа взяли, да вырастили, какая проблема? Так вы сами то докажете. Tak sami můžete vzít, jaký pak problém, vzít to černé. Jestli какой-то орган плохо работает, то есть он уже в состоянии, когда, ну,
Když nějaký rozum špatně pracuje, už je ve stavu, kdy uhasíná. To s pomocí té technologie ho možná reanimovat. A za pomocí té technologie ho můžete zregenerovat. Также на этих занятиях мы вам расскажем о том, как можно исправить, ну, нормировать, вернее, кровь человека. Так при этой выучке будем говорить о том, как можно направить, то есть нормализовать кровь. Сосуды человека поправить. Как направить цели человека. Это очень важно для любого практически человека зрелого возраста, у всех. После где-то 40 проблемы с сосудами. А это вельце důležité pro člověka, protože po 40 практически у всех jsou проблемы с цевами. Который может нарастать и, в общем-то, тяжело потом отозваться инсультами, чем угодно. Могут ты проблемы нарастать, а потом все там же проявить, например, jako мозгова мертвица. Причем многие из этих технологий мне пришлось испытать на себе. Притом все многие эти технологии мусел искушать на себе. Я уже лично болел 5 смертельными заболеваниями. Уже сам особенно был немоцен 5 смертельными хворобами. Включая рак и инсульт. Вчетне раковины и мозговой мертвицы. Инсульт – это кровоизлияние мозга. A byla to mozková mrtvice, krvácení do mozku. To je 5 já mohl už být tam v zemi, a ne s vámi. 5 už jsem mohl být tam v zemi, a ne s vámi tady. No, вот сижу. Ale sedím. Rozgováruju. Rozmluvám. И рассказываю вам о том, как можно от всего этого избавиться. A vyprávím o tom, jak je možné se toho všeho zbavit. По сути дела, подстать. Я как, хотя я действительно напрямую посланник Бога, это так он сам определил этими словами. Сам в действительности послан Божьим, либо висланцем Божьим, Бог то с властными словами так то рекал. Но я не избавлен ни от каких земных трудностей. Але не сам избавлен жадных земских, поземских обтяжений. И болею, как все люди, и страдаю, как они. Jako všichni lidé a trpím jako všichni lidé. И преодолеваю все это, показывая путь, что нет безвыходных ситуаций. A překonávám to všechno a ukazuji cestu, že neexistují bezvýchodné situace. И призываю вас к тому же. A vyzývám вас k témuž. Сейчас время перехода на новый уровень. Бога человеческого развития. Нині є ера, доба переходу на новий уровень боголюдського вивоя. Можете посвятить свої усилия этому переходу. Можете вінувати свої усилия тому переходу. Можете займатися, як раніше, привичними для вас делами. Můžete se také zabývat tak jako drživé záležitostmi, které pro vás byly zvyklostí, byly obvyklé. Насильно в будущее никто никого не зовет. Násilím do budoucnosti nikdo nikoho nevolá. Это должно быть ваше решение. To musí být vaše rozhodnutí. Хотите, идите к Богу. Chcete, tak k Bohu jděte. Хотите, катитесь куда хотите. Chcete, tak se kymácejte, kam chcete. Vaše dělo. Je to vaše věc. Vaše řešení. Vaše rozhodnutí. I vaše odpovědnost. A vaše odpovědnost. Já предлагаю прийти и заниматься. Já vám navrhuji, abyste přišli a učili se. A vám řešit. Nůžno vám to, или vám надо завтра куда-то в другое место сходить, а мороженое покушать или что-то еще. А на вас є, аби сте се розгодли, если будете некам иным забиваться над тем, что будете лизать мерзлину. Воля человека священна в мироздании. Воля человека священна в мироздании. Je posvěcen vesmír.
Как он хочет, так и получится. Як он хоче, так се таке задачи, подажи, або стане. Хотите пройти путь Иисуса? Милости просим. Хочете пройти цестою Ježíšovou? Второе пришествие Христа именно в этом и заключается. Другий приход Христов тканий праве в том-то. Что Христос сознание приходит к каждому человеку. Že Kristo vědomí nebo Kristo znalost také přichází ke každému člověku. Все почему-то думают, вот придет Иисус и опять начнет тут чего-то. Все мысли Ježíš přijde a začne tady znova léčit. Нет. Ne. Божественное присутствие через Христа будет в каждом, кто этого подшивает. Božská přítomnost Ježíše Krista bude v každém, kdo si to bude přát. Jezus je tuže ne všech podřád léčil. A přece Ježíš všechny jednou za druhým neléčil. Tisíce lidí ruky k němu tenuli, zlečí, zlečí, on mimo procházel. Tisíce lidí natahovali k němu ruce, vyleč, vyleč, a on šel kolem. Останавливался только у тех, кто был готов к этому. Zastavovalся jen u těch, kdo k tomu byli připraveni. Вот этой готовности надо достичь. A této připravenosti je třeba dosáhnout. Готовности к приходу у вас Христосознания. Připravenosti toho, že do vás přichází Kristovědomí, vědomí Krista. Если у вас приходит это сознание, вам уже никого ни о чем просить не надо. Když k vám přijde, k vás přijde toto vědomí, nebudete potřebovat nikoho o nic prosit. Вы сами сможете решать любые и свои, и не свои проблемы. Сами dokážete řešit i své, i problémy, i ty, které nejsou vaše. Так что? Завтра милости просим. В это, не в это время, а в 10 утра, да? Так же вас, Илья, просим вашей милости, это завтра в 10 годин рано, начинать. И в это же место, да? Надеемся, да. Будет это правдеподобно в этой местности, покуд нам некоторые мужи помогут сам наносить лавице. Protože nám odmítla služba, že v pátek večer už nic nosit nebude. Теперь, если у вас есть какие-либо вопросы, задавайте, пока не сбежат. Tak pokud máte nějaké otázky, zadávejte, prosím. Na mikrofon. Já bych se ráda zjistila. Na mikrofon, aby se to zaznamenalo. Můžeš na mikrofon, pojď sem, prosím tě, aby se to zaznamenalo, ať máme záznam. Я хочу спросить. Тренирую зубы. Я работаю с зубами. Абсолвовала сам в 2015 курс. В 15 году у Натальи я недавно прошла курс. 5 месяцев сам тренировала. 5 месяцев работала, тренировалась. Зубы на 9. Зубы не появились. Teď opět 5 měsíců trénuju, no zase zubu. Byla přestávka, ano? Byla přestávka, konkrétně u zubu, jinak jsem trénovala. S zubami přestala robotať a 5 měsíců stala robotať? V čem problém? Já 5 zuby nepajavilis. V čem problém u mě? Vápros takový. Mikrofon. Проблема, я думаю, у вас. Если же проблема не у вас. Если у других зубы растут, и вы сегодня это слышали, даже видели этих людей, почему не растут у вас? Если же другим людям зубы растут, не стать с этого видела, слышала, так точно растут вам. Вы своей целевой установкой что себе поставили? Co jste si stanovila jako svůj cíl?
сырьевое задание. Чтобы выросли зубы? Aby вам выросли зубы. Или ваше развитие по божественному подобию? А небо, aby сте се вивинула подле Божи подобие. Это разные цели. Это разные цели. Зубы могут вырасти в любой момент, если вы подобно Богу развиваетесь. Зубы могут вырасти в каком-либо окамжику, если же в себе развиете подобу Божьей. Помните, Иисус говорил, по мне идите. Помните, Иисус сказал, наследуйте мне. То есть живите, как я. Думайте, как я. То знамена, живите, как я, мыслите, как я. Мечтайте не о себе, а обо всех. Мечтайте то, что не по себе, а о чем, что стыка мне, а также про всех. Чтобы та тужба была про всех. Старайтесь понять, что нам сообщает Отец Небесный. A snažte se pochopit, co nám oznamuje Otec Nebeský. Вот цель достойная. А если чтобы просто выросли зубы, ну что это за цель? Tak to je ten důstojný, patřičný cíl, ale co je to za cíl, aby mě vyrostly zuby? Могут вырасти, могут не вырасти. Могу вырост, nemusí vyrost. В голове-то что изменится? Co se změní v hlavě? Вот самое главное. То это наиболее. Еще раз говорю, самое главное, важное слово в этом процессе – понимание. Еще одно, říkám, то наиболее в том-то процессу – хапание. Если целью является рост зубов, если же целью является рост зубов, значит человек что-то неправильно понимает. Что знамена, что человек что-то несправедливо якобы принимал. Пришел к Богу за зубами. Пришел к Богу про зуби. Ну разве это правильно? Что пак то есть правильно? Вот за знаниями прийти к Богу, это другое дело. Але прийти к Богу за познанием, то и иная вещь. И таких, в общем-то, аномалий сознания тысячи. A takovýchto anomálí vědomí jsou tisíce. My nedávno zapustili proces růstu zubů v Moskvě. V Moskvě jsme nedávno spouštěli proces růstu zubů. I k nám přišli dva lékaři stomatologové. A přišli k nám dva lékaři, stomatologové, zubaři. Они уже знали, что здесь у нас растут зубы. Видели уже о том, что у нас там растут зубы. И хотели это наблюдать и свидетельствовать. Хотели это позоровать, а на этом свидетельстве свидетельствовать. А женщина, которая, так сказать, вызвалась быть, ну, как бы предметом этой инициации, у нее почти все зубы отсутствовали. A ta žena, která byla předmětem té iniciace, tak jí chyběly téměř všechny zuby. I вот эти два стоматолога с полным, на полном, как говорится, серьезе. A ti dva stomatologové naprosto vážně изучали ее пустой рот, zkoumali její prázdná ústa и между собой обсуждали. A mezi sebou posuzovali. Давай восстанавливать третий и шестой. Так, пойдеме теперь обновить тройку, а шестку. Тогда мостик будет хорошо держаться. Тогда будет мостик хорошо держаться. То есть у женщины нет зубов практически. Они нам дают возможность вырастить третий и шестой зуб. A to žena prakticky nemá zuby, ale oni nám dají možnost, abychom vypěstovali trojku a šestku. A vše ostatní zuby vidí mostík, oni zdělají sami. A ostatní zuby v podobě mostku udělají sami. I postaví tady ty dva zuby, které ustanovují, aby oni držali se k mostíku. A dají to ten mostek na ty zuby, které jsou obnovené, aby ten mostek držel. Вот тоже мышление, как правильное мышление нет.
И с их точки зрения неправильно рассуждают. А с их гадиска, ну, там маточек отмышлений, а с их гадиска они усузуют справне. А с точки зрения Бога, ну, чушь собачья. А с гадиска Божьего это уполна питомость. То есть надо правильно ставить задачу, надо правильно думать о процессе. Že třeba správně si stanovit úkol a správně přemýšlet o procesu. Есть еще вопрос? Je ještě nějaká otázka? Da? Mikrofon. Hezký večer. Já se chci zeptat, jestli je pro mě hodný tento kurz. Zítra, když o tom moc nevím. Já neznám prostě ničeho, ale to mě, jestli já mi měla tot kurz. Jestli mám opřetí, jestli godíce, příchodí. Ну так, как бы ситуация двойственна. С одной стороны, вы не изучали ничего и придете на этот курс. На этой двойной ситуации, на одной стороне, если ничего не студировала, придете на этот курс. Как зритель в театр. Как диван до дивана. Ну, чего-то там покажут, а все ли я пойму, да? А нет, что мне там укажут, если так всех на похопим. А с другой стороны, я неизвестно, когда в следующий раз приеду, будет ли вот у вас такая возможность участвовать в, ну, в прямом действии. А на другой стороне, если я снова приеду, а если будет приезжать, то я так тоже участвую. Потому что если вы посмотрите, как это делается, а потому что если же вы посмотрите, как это делается, и даже хотя и с опозданием, но прочитаете, как это делать уже через книги? Со спождением, если прочтете, например, просредством книг, как это делается. То вам, конечно, гораздо легче будет понять процесс. Потом, конечно, многим страннейший про вас будет этот процесс похопить. Потому что процесс вот этих технологий, это одновременно процесс того прямого обучения. Потому что процесс этих технологий есть současně процесс того прямого учения, который во многом облегчает понимание всего этого учения. Которое в многом улегчает хапание целого того учения. Но в то же время в интернете много сообщений о том, что люди исцелились, которые и не ходили на занятия, а только читали книги. Але в интернету є много ознамень о том, что люди, которые не участвовали в уроки, яром читали книги, а вылечились. И самостоятельно работали. А самостоятельно працювали. То есть некоторые из них достигают этого приятного для себя результата. Так же некоторые из них досягли того приятного результата. Выбирать и решать вам. Также сборить и разгоняться, то и на вас. Это зависит от того, на что вы настроены. Если вы настроены на то, что быстрее, как можно быстрее это понять, то тогда действительно вам лучше бы прийти, потому что процесс вот самое обучение очень важен. Záleží na tom, jak jste naladěna, jestli prostě přijdete, tak ten proces výuky je samozřejmě velmi důležitý, záleží na vás. I on uskorí vaše, tak říct, pojímání. A ten proces výuky, dá se říci, urychlí vaše chápání. Tam mikrofon. On je tady. A nechci hejvat s kamerou. Tak dobrý večer. Já jsem se chtěl zeptat, jestli mě v té druhé knížce, tam je... To je druhý díl Stvoření světa? No. Starou to mě se tvarí nějaký. Nejsem si jistý, jestli to je první nebo druhý. Já nevím, jestli ty, ale je starou je tam. A je tam paní, tam píše deník.
že tam měla amputované nohy. Tam žena píše dělník, u které pojezd atrýval nohy. Že tam, ona tam popisuje, že asi během 3 měsíců, že asi o 6 nebo 9 cm vyrostly. A ona tam píše, že v těčině 3 měsíce vyrostly nohy 6-9 cm. No, nevíte náhodou, jak je její osud, jak pokračovala? Vy znáte sudbu této ženštiny. Jak pokračovala, to její? Bohužel. Odpověď je bohužel vím, nebo znám ten osud. Мы сумели восстановить эти ноги до колена. Это было цел, да? Да, у женщины вот стоит ноги до колена. Также шло то обновить эти ноги аж по колено. Но не смогли пройти коленный сустав. Але не доказали сме вытворить коленный клуб. Нам еще не хватало тогда знаний. Не хибило нам тогда познаний. Но дальше с ней случилась трагическая история. А дальше с ней стало нечто трагическое, трагический příběh. Она была очень больна, и у нее была определенная такая ситуация, принцип, приступ. Была очень немощна, у меня такая ситуация, имела захваты. Усложненные ссоры в семье, очень такой тяжелый. А у меня очень сложная ситуация в родине, очень тяжкая. Она поссорилась с братом как-то очень сильно. Верно, сильно се погадала с братом. В общем, вызвали скорую помощь. Потом заволали поготовост. Примчались врачи, сделали укол. Прижители се тогда приняли лекарей и дали инъекции. А у нее была аллергия на это лекарство. А она имела аллергию на этот лек. Она умерла за 1 минуту. За минуту замерзла. Вот так все закончилось. Так, так то скончило, богужал. Еще один вопрос. Еще один вопрос. Так, Егору, еще сам се хотел запросить на одну вещь. Я хочу спросить еще. Реинкарнация. Что касается реинкарнации. Почему? Се забиваете? Почему вы занимаетесь? Neumíráním, neumíráním, když ten člověk nebo vzkříšením, když ty lidi se stejně narodí, člověk se taky přichodí znova, je raždajeca. Jaký je v tom rozdíl, jestli se znova narodí? Jaká je raznica? A nebo jestli se vzkřísí, jo? Jaká je raznica?